Калининградскому заливу. Вот это вот, я считаю, это так называемый остров. Ну, он очень большой, вот, не как остров Канта, но называется в народе остров. Вот мост вот там, он где-то начинается, как мне объяснили, он начинается в районе Фридлянских ворот, по-моему, там, где улица Куйбышева или проспект Победы, ой, проспект Калинина начинается. Вот там он, ну, не готов он еще, явно не готов. Вот, но мост, конечно, длиннющий, и, так сказать, такой судьбоносный, он несколько километров. Ну, а это немецкий мост старый, чуть-чуть был. Вот, ну, движение, конечно, очень сильное, поэтому, конечно, необходимо сделать как можно, если у нас имеется средние речки. Там вот такая интересная башенка сторожевая на той стороне.